подарок начал линять. И линять очень сильно. Такие комья шерсти купили, вот перчатку такую. Посоветовали нам. Сказали, что будет хорошо вычесывать. Сейчас мы вычешем его. Хотя, честно говоря, мы дней 5 назад вычесывали. И получилось очень много и очень хорошо. Сейчас посмотрим, может быть, мы тогда уже все вычесали. Вот прошло 5 дней, мы его этой перчаткой не трогали. Сейчас посмотрим, насколько хватает этого эфира. Мы специально вышли на снег, потому что дома этим заниматься, конечно, проблематично. Ну вот это набежало за 5 дней. Вот такая ерунда. Первый раз, когда мы вычесывали, конечно, было больше намного. Вычесывает просто отлично. Если этого хватило на 5 дней, что ж тебя перекручивает, да? Бог девит. Стой, сейчас будешь мокрый, стой, стоять. Дыра, подожди, не валяйся в снегу. Ты же еще удержать его невозможно, уже хочет в снегу поваляться. Вот мы любим, ад мы любим снег. Да, да, да. Это твое, кусок твое. Твоего, да. Твое, стой. Кстати, у нас вчера выпал желтый снег. Сними его. С песком. Из Северной Африки пришла пыльная туча, пылевая, песчаная. И выпала вместе со снег. Так что у нас такое интересное метеорологическое явление, как снег с песком с Африки. Итого вывод можно чесать дня в 3-4 раз, да? Ну да. Нет. Вот и все. Все, вот 5 дней назад чесали. Я в первый раз так вычесывала, конечно, было очень много. Очень много, это не то, что. Это все, да? Это все. Дера, ты вычуханный? Ну, в принципе, наверное, если задаться целью, то можно его до шкуры вычесать, до кожи вычесать.